Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, милая, как дела? За собой убили голове. Провела немалое рискаря. А ну-ка, давай-ка, налей-ка еще. Что с тобой случилось? Это опять Камиль загадал, чтобы внученька моя была высокой и с сиськами. Это не борода, это европейская Снегурочка, понимаешь? Кончили, это моя вторая внучка, Руслан. Кашбабай, а где ж наши олени? Олени, они там, он охрана не пустила его. Она грязная. Бабай, ты не переживай, давай поиграем, смотри, сколько людей, потанцуем. Я, кстати, сейчас в привате зависала, там такие танцы, я показать... Нет, дома покажешь, дома, отдельно мне. Я все. Да, а вот насчет там вот конкурса, нет, давай поиграем немножко. Давайте, ребятишки, девчонки, мальчишки, сделаем один большой круг, дружный. Привет всем астраханским татарам, меня зовут Ленар Елмай, и я вас всех приветствую из города Казань, откуда я родом, ну и конечно, Руслан, Елмай-Лар для всех, с Новым годом, с новым счастьем, Елмай. Руслан, поздравляю вас с Новым годом, желаю всех благ, счастья, здоровья, самое главное, чтобы сбывались ваши мечты, любви вам, самое главное, в Новом году. И что все было хорошо? Солян, миссионерный сад Руслан. Наконец-то наступил 2015 год. Я надеюсь, что этот год вам принесет много счастья, улыбок, процветания и исполнения всех ваших мечт. Как говорится, желаю вам. Мы это, наверное, Матурлары всего самого наилучшего. И когда палам сознание, татар платит, да. Все.